Evil, the Umbrella Chronicles. Акции «Амбреллы» обрушились после того, как правительство узнало о причастии компании к инциденту в Раккун-Сити. Вскоре им удалось переложить вину за случившееся на других. Часть вины легла на плечи американского правительства. У «Амбреллы» были серьезные связи и глубокие карманы, которые позволили им обойти закон. Со временем выяснилось, что все доказательства участия «Амбреллы» пропали в тот момент, когда взорвалась ракета. Как все удобно у них получилось. Правда, у удачи есть привычка отворачиваться от тебя, когда ты этого не ожидаешь. Шел 2003 год. У «Амбреллы» была база в России, где они работали над новым ВО. Они готовились снабжать нестабильные регионы мира своим биооружием. Крис и Джилл присоединились к местным борцам с биоугрозой и слышали об этом кошмарном комплексе. Они безрассудно отправились туда, чтобы прикрыть его. Они и понятия не имели, какая выдающаяся и ужасающая мощь ожидала их в новом БО под названием «Талос». Обнаружено биооружие. Они уже на поверхности. Всем приготовиться к высадке. Будьте начеку. Ошибки нам не по карману. Я очень надеюсь, что это новое биооружие просто слух. Мы просто разберемся со всем, что у них есть. БО, прямо по курсу. Будь начеку. Пошли. Враг обнаружен. Вперед! У меня кончились патроны.
О, да. Милый фейерверк. Интересно, что там внутри. Там может быть все, что угодно. Мы можем пойти либо понизу, либо поверху. БО обнаружены. Начинаем атаку. Мы сможем разобраться. Завалите их. Осторожно, гляди в оба. Проклятие, меня зацепили, но я могу идти дальше. Ты ранен, отойди. Потерь все больше. Мы отступаем. Опять эти твари. Ты знаешь, что делать. Отойди, я разберусь.
потрачено. Крис, рядом с вами важная вентиляционная шахта. Вы видите ее? Мы зайдем здесь? А что, дамы вперед на этот раз не будет? Это то самое место. Да уж. Что такое, Джилл? Ничего. А они откуда взялись? Они повсюду. Они и здесь тоже. Мы можем перепрыгнуть. Отойди, я разберусь.
Ты ранен, отойди. Да откуда они все берутся? Мы окружены, нам нужно отступать. Ты права, бежим. Проклятие! Бронсон! Крис! Его смерть не может быть напрасной! Точно! Закончим дело! Верно, пошли! Вот они, берегись. Okay. Ладно, я готов. Их так много. Что происходит в этом месте? Нам придется выяснить. Крис, с этим полом что-то не так. Да, я заметил. Оставь надежду. Этот кошмар закончится здесь и сейчас. Лифт опускался на сотни ярдов под поверхность земли. Он вел вглубь комплекса, который был разработан для одной единственной цели. Массовое производство БО. Они взялись за старое, как погляжу. Всюду засунули свои ручонки и зарылись так глубоко. Кажется, это действительно то самое место. Мы только недавно о нем узнали. Готово поспорить, здесь точно что-то важное. Да, просто так они бы не стали это все строить. Судя по размерам комплекса, это явно непростой склад. Камера обеззараживания.
Что думаешь про слухи о новом БО? Я не уверен, но ставлю на то, что скоро мы узнаем. У нас замечательные варианты. В любом случае, мы должны идти дальше. Поток такой быстрый. Если упадем, тогда мы покойники. Эти контейнеры перемещают. А что в них? Нам лучше проверить. Они их сжигают? Зачем они их уничтожают? Видимо, это комплекс утилизации. Какого? Зачем уничтожать свои собственные творения? Значит, если не пройдешь тест, отправляешься в топку. Смотри, контейнер. Внутри все еще живой. Завод захвачен. Множественные потери.
Он убегает. Сейчас перестанет бежать. Это ловушка. О, да. Их так много, что, похоже, мы точно приближаемся. Последний рывок. Пошли. Система защиты работает. Значит, мы приближаемся к чему-то важному. Здесь нам не пройти. Да сколько же этих тварей здесь? Похоже, что у них целый конвейер. Двое продолжили спускаться все глубже и глубже, словно они спускались в недра самого ада. Джилл и Крис подходили все ближе к самой опасной угрозе, которую только встречали на данный момент, к новому БОО. Похоже, мы дошли куда надо.
Давай, пора разобраться с этим местом. Берегись! Да хорош уже. Давай разберемся с ними и пойдем дальше. У
какую сторону нам идти? Что это за переключатели? Они отвечают за открытие дверей. Если выстрелим, дверь должна открыться. Где мы? Должно быть, здесь они тестируют БО. У нас не часто бывают посетители. Добро пожаловать. Как собратья солдаты, я уверен, вы понимаете трепет битвы и то чувство, которое приходит вам, когда вы остаетесь живыми после хорошей битвы. И еще один стих из «Амбреллы». Я представляю вам последнее слово в линейке продуктов «Амбреллы». Кодовое название «Талос» — вершина биологических разработок, полностью контролируемая компьютером «Красная Королева». Совершенное оружие. Ракеты? Нам придется их сбивать. Так вот, что они разрабатывали. И что нам теперь делать? Похоже, ничего не работает. Мы должны найти его слабое место. Если они сделали это, мы его сломаем. Надеюсь, что это поможет. Это крепкий парень. Ему еще не надоело?
к сожалению, стало свыше из-под контроля. Т-вирус, который находится внутри его тела, продолжит мутировать, и в итоге даже Бог не сможет управлять им. Он мутировал? Это его настоящее обличие? Все, нужно завалить его. Да, чтобы не произошло, мы должны прикончить его. У меня плохое предчувствие. Крис, осторожно. Следи за щупальцами. Вали их. Потрачено. Это должно помочь. Крис, целься ему в плечи и в грудь. Сосредоточим огонь. Точно. Проклятие. Лучше не подходить ближе. Вставай на ноги. И снова потрачено. Им конец. Мы нанесли им смертельный удар. Падение Амбреллы — это всего лишь вопрос времени. Но... Да. Он все еще где-то там. Проект Талос, на который Амбрелла возлагала такие надежды, провалился. Однако, Крис и остальные слишком много на себя взяли. Несправедливость и не судьба помогла им одолеть Амбреллу в тот день. Нет. Лишь с моей помощью они смогли преуспеть. Единственная вещь, которая может одолеть мощь, это еще большая мощь. Возможно, это ирония, но правда бывает такой жестокой. Единственная вещь, которая может одолеть мощь, это еще большая мощь. Это неоспоримая истина данной вселенной. Однако, нет никакого смысла в мощи, если она поглощает себя. Я воспользуюсь помощью старого друга, чтобы одолеть нашего общего врага. Я использую одну пешку, чтобы убрать другую, и при этом извлеку для себя выгоду. 18 февраля 2003 года. Нет времени ждать разрешения от российского правительства. Этот комплекс — это база Амбреллы. Да. Нельзя позволить, чтобы им сошло это с рук. Крис, похоже, что наши судьбы навечно переплетены. Он словно маленький черный таракан. Обнаружено биологическое заражение 4-го уровня. Каковы потери? Более 90% исследовательского персонала было уничтожено. В основной зоне заражения показатель выживших меньше 2%.
уничтожить это место — это огромная потеря. Но у нас нет выбора. С тобой и Талосом мы всегда можем начать заново. Продолжай активацию Талоса. Он должен быть в строю до прибытия российских войск. Принято. Активация программы идет по графику. 2 воздушных объекта на большой скорости приближаются к комплексу с северо-востока. Вы правда думали, что все будет так просто? Я принимаю этот вызов. Это что такое? Товарищ Вескер, добро пожаловать в мою скромную обитель. Я смотрю, вы до сих пор отказываетесь идти ко дну вместе с кораблем, полковник. Амбрелла никуда не денется. Вся эта боль, наказание и трудности лишь помогли сделать Амбреллу сильнее. Очень жаль, что ты этого не понимаешь. Отойдите. Я почти забыл. Здесь несколько моих старых друзей, с которыми я бы хотел тебя познакомить. Очаровательно. Россия — это такое спокойное место. Ты не согласен? Идеальное место, в котором ты наконец сможешь найти покой. Вескер добрался до центральной части комплекса и приготовился встретиться со своим заклятым врагом, главой ужасной организации. Для Амбреллы наступили сумерки. Похоже, что кто-то уже спустился. Старый добрый Крис. Кодовое название Талос. Вершина биологического оружия. Полностью контролируемая компьютером Красная Королева. Совершенное оружие. Ты разобрался с Иванами? Неплохо, товарищ. Так значит, это она. Да. Она была активирована в ту ночь в поместье. Я извлек ее до того, как Ракун Сити стал лишь воспоминанием. У нас с ней много общего. Она связана с Талосом, жаждет больше информации, больше данных. Она хочет знать правду. Не имеет значения, насколько жестокой она может быть. Эта штука всего лишь инструмент. То, чего она хочет, определяет пользователь. Хорошо, что мы можем быть честны друг с другом. Это признак хороших взаимоотношений. Очень жаль, что нашей дружбе придется положить конец. Нет. Мы еще не закончили.
Передача запрашиваемых данных завершена. Все данные Umbrella на одном диске. Это может пригодиться. Похоже, что ты тоже сделал то, зачем сюда пришел, Крис. Как я и предполагал. Прощайте, прекрасная леди. Начинаю форматирование данных. 80 секунд до завершения. Все данные стерты. Скоро Umbrella исчезнет навсегда. Сила Ти-вируса находилась в их руках, но они были недальновидны. У них не было видения истинного будущего. И теперь моя задача, чтобы это новое будущее настало. Согласно последним данным, Umbrella была признана виновной во всех обвинениях по поводу инцидента в Raccoon City 5 лет назад. Прокуратура не дает комментариев по поводу того, откуда они взяли доказательства причастия Umbrella. Защита же заявила, что будет ходатайствовать о непризнании этих доказательств в суде. Министерство внутренних дел России согласилось сотрудничать с ФБР, чтобы найти Освальда Спенсера. Выяснилось, что мистер Спенсер играл важную роль в заражении, которое произошло в Raccoon City. Анонимный источник, который хорошо знал подозреваемого, предоставил важную информацию о местонахождении мистера Спенсера. Мой дорогой Спенсер, вот так империи и рушатся. Твоей Umbrella больше нет, а ты теперь беглый преступник в том самом мире, который ты хотел контролировать. Добро пожаловать в архивы Umbrella. Пожалуйста, выберите нужную информацию в меню. Мы еще встретимся перед тем, как эта драма закончится. Тогда ты узнаешь историю, которую я напишу этому миру.